работает. Менеджер. Закрывали, катились с горы, моментальная возвышенность или камушек отдавалась по всему телу вот этими штырями. Тогда бочка просто раскалывалась, но от этого легче не становилось. Фрагмент из бочки мог остаться в человеке, в результате смерть была еще более мучительная. Ну все, ребят, какая-то она страшная. Не пробовала. Наверное, бочками. Ну и вот, зал вашего восприятия... напоследок последняя легенда, и может это и правда было. В эпоху инквизиции, если девушка посчиталась ведьмой и... Давай мы втроем пощадим, пожалуйста. Становитесь куда-нибудь, что вы какие-то ставки. Давай, маска дели, маска дели. Да. Давай, Лена, надевай маску. Да некуда у тебя. Куда некуда? Я завтра надеваю. Нет, мы на хотелось надеть. Давай, так. Нет, мы должны стоять. Нет, не легче, потому что вас на дыбу сразу покрутят. Это крюк. В принципе, ничего особенного нету. Вбивали кувалдой под ребра и подвешивали человека на определенное расстояние, чтобы он мучился. Сумки на окно на руке проболтаться. В результате, если терял сознание, приходил палач, выручал его, плевал холодной водой. Опять-таки испанцев. Жестокие извращенцы перекосили всех красивых девушек, теми и красивых девушек и не осталось. Обвиненную, то есть приговоренную, то есть ведьму и так далее. Но, не знаю, трусов выделала на человека. Оставались слуги, закрылись руки, цепи вокруг плеч, подвешивая на такое расстояние, чтобы человек еле-еле хочет по пальцам коснуться пола. Сутки двое не спал, он становился на полную ступню. И вы поняли уже, куда эта штука ему удалась. Просьба здесь не фоткаться, а если фоткаетесь, то с добрым лицом, с улыбкой. Кресло правды в домашних условиях не знаменит, продаю по полцены. Просовывались человеку ноги, и тело потихонечку падало спиной, вот так как низко есть два до смертной казни, с ушами палочки взял бы нос болтунов, маску помню свиньи для всех, кто любил в те времена выпить, и больше не буду. А, помедленно? Хорошо. Не спиваю тоже кровать. Хорошо. Это испанский бог, предназначался специально только для девушек. Потому что, как вы знаете, в эпоху инквизиции любая красивая девушка могла посчитаться ведьмой. Существовало 5 отличий. Рыжие волосы, зеленые глаза, вес 50-60 кг. То есть таких девушек сразу казнили. Что делал палач? Раскалял щипцы док со своим блестящим молотом. Старый добрый молот. И то есть, когда человек приподнимался со штыря, он говорил непорядочек и бил молотом в грудь. В результате человек падал на штыри, опять приподнимался, опять он бил ему молотом в грудь при слове непорядочек. И опять человек падал. То есть опять поднимался, опять человек палач его бил, и человек падал на штыри. Опять приподнимался. Они не выдвигаются, да? Нет, к сожалению. И то есть я думаю, палач опять-таки бил его молотом в грудь. И опять человек падал, опять приподнимался. Обвиненного садили на это сиденье, сзади связанные руки, и фиксировали шею, что она была неподвижна. Палач вот такими решениями вонзал до штыри в область. О, вонзал до штыри, это вы сначала. Когда человек умирал на брата, это вот так красота. Пятни и пятности. Он будет делать до штыри уже вместе с мужичком. Ужас. Это ведьмое кресло, но ведьмами здесь и не пахло, но мужчиной пахло, потому что здесь казнили. Обвиненного садили на эту табуретку, заковали руки и шею. И вес тела переносился только на локти. Человек пытался продержаться всеми силами, чтобы не напороться на штырь. Приходил палач, вы сухожили, но я думаю, неприятное ощущение в результате смерти. Можете кровь попробовать, хорошо у меня суставы и спину. Стол позора. Наверняка вам такие с тобой позоры известны. Их ставили на главной площади того периода, то есть 12-15 век, в эпоху инквизиции. В принципе, просто заковывались ноги, фиксировались руки, аналогично шея. И человек находился вот в таком состоянии. Любой проходящий мог этим с удовольствием воспользоваться. Плюнуть лицо, кинуть камень, и даже вы поняли, о чем идет речь. Вот, то есть, пусть подскажем вам ваша фантазия, что еще с ним могли делать. Кому? Сейчас.
хочу. Раз, два, три. Зонтика у нас. Точно. Что у нас? У меня такой же зонтик есть. Слушай, может, они дальше. Наши все дальше. Они сказали. Перебивал ему кости, суставы, сухожилия и так оставлял на главной площади его мучиться. Сутки он так мог.